Привет, дорогие друзья! Меня зовут Нигина Ганжара, я врач-терапевт с интегративным подходом. И в этом видео я хочу вам рассказать о важности комплексного подхода в лечении любого заболевания. И чтобы вам было понятнее, давайте разберем на примере автомобиля. Представьте себе ситуацию. В машине потекло масло, а причин может быть очень-очень много. И что мы делаем? Мы, конечно же, не лезем сами искать эту причину, не лезем разбираться, не открываем этот капот и не смотрим, не ищем, где же потекло. И еще хуже, мы с вами не берем там какую-нибудь затычку и не затыкаем место, откуда течет. Правильно? Мы везем в автосервис, мы везем эту машину к специалисту, чтобы он посмотрел и починил. Мастер смотрит, я, конечно, не сильна в этих тонкостях, но немножко имею представление. Может быть, даже весь мотор разбирает, весь двигатель разбирает, чтобы посмотреть, где же именно течет. И он находит эту причину. Он тоже ни пластырем никаким не заклеивает место, где течет. Он тоже местно ничего не применяет, а ищет именно причину. Он ее ищет, ищет и находит. Правильно? Так ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, мои дорогие друзья, почему люди, почему вы к железяке относитесь бережнее, чем к своему здоровью? Почему, когда у вас болит постоянно голова, вы не ищете причину, вы не идете к грамотному специалисту, который поможет найти эту причину и избавить вас от этой головной боли, а вы берете таблеточку от головной боли, выпиваете, купируя этот симптом ненадолго и живете дальше. Почему вы бежите в аптеку и покупаете антибиотик, думая, что это панацея от всех заболеваний? Почему вы не хотите разбираться, что же у вас болит? Друзья, поймите, пожалуйста, что ваш организм – это единая система, и если где-то случилась поломка, нужно искать причину, нужно копать, а не принимать таблетки, чтобы купировать это состояние. Любовью и верой в ваше здоровье, Нигина Ганжара.